Тем временем российская индустрия развлечений получает международное признание. Сочи Парк попал в список 25 лучших в Европе по версии крупнейшего туристического сервиса TripAdvisor и занял 18 место. Комплекс возведен в 2014 году к зимним Олимпийским играм. Его идея тематическая, основана на культурном и историческом многообразии нашей страны. На территории около двух десятков аттракционов, таких как экстремальная горка «Жар птицы» и песочно-заголтованный лес с героями сказок Пушкина. Пользоваться ими можно сколько угодно. В течение дня достаточно купить единый билет. Мне все понравилось, но только я некоторые боюсь, конечно. Но когда прокатишься, уже не страшно. Я почти на всех побывал уже. Здорово, очень классно. Не ожидали вообще, что будет именно в Сочи, да, настолько хорошее, качественное. И организация прекрасная, и аттракцион супер. Все понравилось. Спасибо. И настроение доброе. Очень хочется еще раз вернуться сюда. Спасибо устроителям этого замечательного парка.